В этом году в нашей школе ведется капитальный ремонт спортивного зала. Были выделены денежные средства в размере 11 миллионов 150 тысяч. Санэлектромонтаж выиграли на 8 миллионов. То есть работы ведутся качественно, добросовестно. Сроки выполнения до 15 августа. А также своими силами мы ведем косметический ремонт нашей школы. А также мы заменили кровлю в переходе мини-центра. Ну, то есть лето у нас проходит, как говорится, как готовимся к новому учебному году.